Встает звезда из-за лесов, сердечко так и бьется. Осталось несколько часов, Рождество начнется. С 7 января и вплоть до самого крещения верующие празднуют Рождество Христово. Эти дни называют святками. Уже 19 лет подряд в дошкольном отделении Видновского художественно-технического лицея существует добрая традиция готовить большое концертное представление, посвященное этому празднику. Не стал исключением и 2023. Мы с душой, с таким рвением после новогодних праздников, праздников готовимся с музыкальным руководителем Юлией Викторовной Лаврик и с нашим старшим воспитателем Викторией Валерьевной Гурьевой. Всегда подходим очень тонко, творчески и так, чтобы было в радость детям. Посмотреть представление, а также поздравить ребят, их родителей и педагогов с Рождеством пришли священники Никольского храма села Ермолино. С дошкольным учреждением они сотрудничают уже более 20 лет. Каждый год традиционно мы проводим беседы регулярные, встречи с детьми. Вот, также регулярно поздравляем детей с Рождеством и с Пасхой. В театрализованном представлении по традиции приняли участие не только нынешние воспитанники детского сада, но и выпускники «Солнышко», а также ученики Видновского художественно-технического лицея. Во всем образовательном комплексе однозначно ведется православная работа, и рождественский праздник, который мы проводим сегодня, он уже традиционный, ежегодный, с привлечением священнослужителей. И в этом корпусе дошкольного отделения также есть и православная группа. На сцене звучали песни и стихи, ребята танцевали, играли, отгадывали загадки, водили хороводы с Дедушкой Морозом, а также рассказали историю о рождении самого знаменитого младенца в мире. Идем к царю, поторопимся, Христу Богу поклонимся. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.